Привет! Сегодня мы с вами готовим легкий и полезный завтрак – ленивая овсянка. У нас будет три варианта ленивой овсянки. Для этого нам понадобятся сухофрукты, курага, изюм, грецкий орех, миндальный орех, фрукты, банан, киви, груша, мандарин и яблоко. Из специй нам понадобится кунжут и корица. Сверху поливаем медом и миндальным молоком. Как мы его делали, смотрите в предыдущих видео.